Tesla и майнинг в тренде у хакеров. Производитель электромобилей Tesla был атакован вредоносными программами, созданными для майнинга криптовалюты. Компания RedLock, занимающаяся программным обеспечением для кибербезопасности, сообщила, что для майнинга криптовалюты хакеры использовали вычислительную мощность из облачной среды Tesla. Они установили программное обеспечение майнинг-пула и скрыли его за сервисом Cloudflare, что не позволяло увидеть IP-адрес пиратского сервера, и это затрудняло обнаружение источника майнинга. Тем не менее, компания Tesla была в курсе хакерских усилий и заявила, что не обнаружила никаких признаков, что конфиденциальность или безопасность транспортных средств были скомпрометированы.